На прием врачей мобильной бригады научно-исследовательского клинического института детства можно записаться у врача по месту жительства. Специалисты-медики, работающие по нескольким направлениям, выезжают по графику в разные медучреждения области, где оказывают маленьким пациентам необходимую помощь. На этот раз врачи НИКИ детства приехали в Свердловскую поликлинику Щелковской больницы. Это все-таки доступность, да, поэтому вот все-таки наши выезды, наши бригады осуществляем ту диагностику, которую дети не могут получить на месте, на местах, да, вот на своих поликлиниках. Выезды специалистов помогают обнаружить проблему со здоровьем у ребенка на ранней стадии. Когда мы приезжаем, если с нами, вы видели, приезжает большой комплекс, там у нас сдаются анализы, сразу же это обычно кровь, моча, глюкоза, гепатиты иногда мы там сдаем, да, если нужно. Там же проводится ЭКГ, ФВД, УЗИСТы у нас, также два УЗИСТа, УЗИСТ общий и УЗИСТ сердца, они приезжают также с нами. В Свердловской поликлинике на медицинском учете состоят более 6 тысяч детей. Для многих приезд высококвалифицированных специалистов-медиков – отличная возможность получить рекомендации в лечении, помощь в постановке диагноза. НИКИ детства город Мытищево въезжает к нам уже не в первый раз и даже не во второй. Они нам помогают в ведении деток от 0 до 18 лет – в плане консультаций с русскими специалистами. Такими специалистами, которые не входят в штат нашей поликлиники, но они для нас очень важны, и мы очень рады. В ходе приема врачами мобильной бригады НИКИ детства было проконсультировано более 100 детей. При выявлении необходимости лечения маленькие пациенты направлены на прохождение более углубленной диагностики или на госпитализацию. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.